Часто встречаются вот такие вот коротенькие кустики. Когда я их постанковал, они потом отказываются дальше выбрасывать новую зависть. Вот такие коротенькие. Килограммчик вырос. И таких мало. Итак, что мы сейчас сделаем? Я разрежу самый первый томат, который созрел. Помидорчик. Вот его разрежу, и мы посмотрим его внутреннюю структуру. Сколько там сухой массы. Ну, в общем, показатели его снимем. Вот этот томат, помидорчик, созрел самый первый. Этот кустик сохраняет еще точку роста. Остальные круглые, а он вот какой-то вытянутый получился. Ну, скорее всего, я с него семена не возьму, возьму с круглых. Ну, такой вот он. Видно, что очень много сухой массы. То есть это не в один нистый. Не так, что он водичкой накачан и все. Довольно много сухой массы. Ну, можно срезать еще. Кругленькие, еще рановато. Так как он пойдет на семена, этот я пока еще трогать не буду.